Соня, Соня, а ты куда побежала? Пора завтракать. Давай я тебе приготовлю вкусный молочный завтрак с радужными колечками. Пойдем, Сонечка. Да, Соня, сейчас мы сделаем тебе завтрак. Смотри, что у меня есть. Радужные колечки с единорожкой. Кстати, сзади есть раскраска. После завтрака ты можешь ее раскрасить. Давай насыпем тебе в тарелочку. Смотри, какие они разноцветные. Желтый, фиолетовый и розовый. А теперь добавим молочка. Как вкусненько. Давай кушать, Сонечка. Пойдем. Вот так, садись осторожненько. А вот и наши колечки. Осторожно, Соня, не балуйся, иначе колечки окажутся на полу. Давай их скушаем, а потом откроем вот такую игрушку-хлопушку. Ложечку. Вот умница. Еще одну ложечку. Вот молодец. Еще одну ложечку. Ням-ням, вкусно. Ням. Ням-ням-ням-ням. Давай еще ложечку. Ням-ням-ням. Какая ты умница. Котня, котня. Котня. А ну-ка я попробую. Мне интересно, какие они на вкус. Они и правда фруктовые. Что, все уже наелось? Ну хорошо, ты почти все скушала. А теперь давай откроем вот этот сюрприз-хлопушку. Только надо понять, как. Тут должно быть написано. Сначала надо снять вот эту упаковку. А теперь давай попробуем ее хлопнуть. Не ушиблась? Смотри, тут сюрприз мягенький и много-много звездочек. Давай откроем игрушку. Вот пакетик. А в пакетике, смотри, кто-то мягенький. О, кто это, мышонок, что ли? Смотри, это мышонок-брелок. Какая у него интересная расцветка, как будто маленькие разноцветные печеньки. Вон у него усики и милые глазки. Ой, как он вкусно пахнет, понюхай. Смотри, его можно на что-нибудь повесить. Ой, я знаю, мы этого мышонка повесим на елку. Давай посадим его вот сюда и посмотрим на бумажечку. Это мышонок, вот он, его зовут Скупс. А еще в сюрпризе было небольшое письмо. Что это? Ты такая запечательная. Интересное послание. Это как замечательное, только запечательное. Пип-пип-пип. Ну вот, ребята, вам понравилось сегодняшнее видео? Поставь лайк, если да. Мне будет очень приятно. Пока-пока, Соня. Надо умыть твое личико. Переходите на другие видео вместе с нами. Пока-пока.